Why is my mic so loud? You have to have that. Where is your melody, right? Also called Yeah. With the track. No, because that was like a special track. Yeah, that was good. Oh, yeah, that's true. Oh, is there two words? There is. I don't need the words. I know them all by primary. If you have felt the dark of night, questioning what is out of sight, He is the answer, He is the light. If you have felt the weight of sin, bound by the shame that hemmed you in, He'll break the chains, He will forgive. Trust alone, afraid, He'll comfort you, He knows your name. If you've wrestled with the ache of loss and why this has been your road to walk, He bore your pain, He wore your coming, there's more to the story. Don't forget, in grief and in glory, still great is His faithfulness. He is faithful, He is present, helper, keeper. His faithfulness, perfect, sovereign, my fortress. Great is His faithfulness, Abba, Father. He's my Father. Comfort. Great is His faithfulness, He's my Redeemer, Restorer. Again, trust in Him, open Him. Great is His faithfulness. Wait on Him, rest in Him. Come find your peace again. Trust in Him, open Him. Great is His faithfulness. Great.
серце кричить, молитва із нього лунає. До тебе, Господь, хай вона долетить, бо так мені біль серце крає. Впаду на коліна і знову мовчу, я слова сказати не смію. І серцем до тебе, мій Боже, лечу, бо жити без тебе не вмію. Провини мої ти пробачив мені, надію спасіння залиши. Мовчки Христос помирав на хресті, смиренністю зло перемігши. Молитва моя зно до тебе летить, я серцем з тобою говорю. Ні слова із уст моїх хай не злетить, не буду давати їм волю. Ти мовчки вмирав і усе переміг, зло більш панувати не буде. Я хочу, як ти, вірний вчителю мій, навчитись у тебе покори. Провини мої ти пробачив мені, надію спасіння залиши. Мовчки Христос помирав на хресті, смиренністю зло перемігши.
His holy name, sing like never
something that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Song of praise with an outstretched arm. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh,
Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать в нашей церкви, в церковном здании. Это церковь «Свет миру». Сегодня будет прекрасный вечер, вечер прославления Бога. Мы очень рады, что сегодня вы оставили все, чем бы вы могли, конечно, сегодня заниматься для того, чтобы присоединиться к нам. Сегодня наша задача в этом духе воскресения Иисуса Христа продолжить такой вечер поклонения вместе с вами. Рассказать вам о том, что произошло 2000 лет тому назад, затронуть струны нашей души для того, чтобы еще и еще раз увидеть, что для нас было сделано и как мы этим должны дорожить. Благодарна, что вы сегодня вместе с нами. Благодарна, что сегодня вы настроили свои сердца на прославление Бога. Мы перед молитвой хотел бы вам прочитать один стих о Христовом воскресении. Христос воскрес. Христово воскресение – чудесный праздник всей долине бед. Восторг души. От смерти искупления – великая победа из побед. Христос воскрес. Я приглашаю вас к молитве. Мы помолимся. Мы поблагодарим Бога за этот вечер и попросим, чтобы Он присутствовал в нем и касался струн нашей души.
Отец Небесный, мы так благодарны Тебе, что Ты подарил нам Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Благодарны Тебе, что сегодня мы можем быть все вместе для того, чтобы прославить Тебя. Открой наши сердца, открой наши умы, освободи нас от всякой суеты, чтобы сегодня мы могли сконцентрироваться на том, что Ты хочешь сказать для наших бессмертных душ. Безо всей славы, честь, хвала. Аминь. Вы можете занимать ваши места. Dear friends, you may be seated. Today is going to be multicultural, multilingual presentation. You will hear songs and you will hear some music. And I hope that what you hear today will touch your heart, because God is using variety of means to speak to our hearts. And He's going to speak through music today and through the message. May the Lord bless you. Enjoy this evening. This is about of worship Christ, who we serve with all our heart. And this is the band. The band is going to perform this. We're going to introduce the band a little bit later, but today is the day of praise. Join and let us start the worship. Thank you.
достойно Бога восхвалять, Его величие и Его святость, Христа Иисуса прославлять, для сердца истинная радость. Не унывай, душа, не унывай, на Бога полагая опору, почаще сердцем воспаряй в молитвах на святую гору. Вы знаете, точно так же в нашей жизни, наша жизнь, как американские горки. Мы на фаворе, а завтра нам придется стоять на коленях и просить у Бога милости. Вот точно так же было и с царем Давидом. Точно так же было и с Иисусом Христом. И после каждого, можно сказать, духовного подъема приходит также и долина испытаний, где мы должны быть испытаны на нашу молитву, на наше посвящение Богу. Поэтому следующие две песни, они будут на украинском и на русском. Они будут пропеты нашими друзьями, нашими гостями. Grace Family Band, я вас приглашаю, это ваше время. Пусть Господь в этом прославится и напомнит нам, что время молитвы, оно необходимо в нашей жизни, оно приходит после всякого подъема. Настает время, когда нам нужно уединяться с Богом в молитве. Я приглашаю вас, Grace Family Band, ваше время, две песни на украинском и на русском. Вы можете проследить, вы можете подпевать. Это время, когда мы уединяемся и размышляем. Пусть Господь в этом нас благословит. З нього лунає. До тебе, Господь, хай вона долетить, бо так мені біль серце крає. Впаду на коліна і знову мовчу, я слова сказати не смію. І серцем до тебе, мій Боже, лечу, бо жити без тебе не вмію. Провини мої ти пробачив мені, надію спасіння залиши. Мовчки Христос помирав на хресті, смиренністю зло перемігши. Молитва моя знов до тебе летить, я серцем з тобою говорю. Ні слова із уст моїх хай не злетить, не буду давати їм волю. Ти мовчки вмирав і усе переміг, зло більш панувати не буде. Я хочу, як ти, вірний вчителю мій, навчитись у тебе покори. Провини мої ти пробачив мені, надію спасіння залиши. Мовчки Христос помирав на хресті, смиренністю зло проклинає, і знову і серце
серця лунають слова, уста не зронили і звуку. Такою була і молитва Христа, коли Він приймав за нас муку. Провини мої Ти пробачив мені, надію спасіння залиши. Мовчки Христос помирав на хресті, смиренністю зло перемігши. Мовчки Христос помирав на хресті, смиренністю зло перемігши. Слава Богу.
Сейчас наш бенд исполнит следующее произведение. Оно будет называться по-английски «Blood will never lose its power». То есть кровь никогда не потеряет силу свою. То есть то, что произошло на кресте, на холме Голгофы, оно имеет вечное значение. На Голгофе стоят три креста для разбойников слева и справа. А на среднем распяли Христа приготовлен был крест для Варавы. Но взревела, шумела толпа, и есть обычай по римскому праву, выбираем для смерти Христа. Отпусти нам на волю Вараву. На Голгофе стоят три креста для разбойников слева и справа, а на среднем распяли Христа. За тебя, за меня, за Вараву. Blood will never change its power. Большим удовольствием хочу представить вас сестер Демчук. Это сестры, родные и двоюродные. У них прекрасные слитые голоса, и вы услышите, как Господь благословил их и дал им прекрасные таланты. Они споют на английском несколько произведений, которые напомнят нам, что Бог открывается нам в таких очень разных своих именах. Он и Отец, и Спаситель. Он милостивый, Он заботящийся. У Него есть так много имен, и каждое имя для нас особо, в особый час нашего борения, в особый час нашей радости. И вот вы внимательно вслушаетесь вот в эту первую песню. Она будет состоять из, можно, такого коллажа
трех песен, но там будет очень интересное такое место посередине, где будут названы многочисленные Божьи имена. И это принесет нам огромную радость. И вторая песня будет «Он есть Царь», и каждое колено преклонится пред Ним, пред Его величием, перед Его силой и перед Его милостью. Ты должен дать микрофон кому-то, пожалуйста. If you have felt the dark of night, questioning what is out of sight, He is the answer, He is the light. If you have felt the weight of sin, bound by the shame that hemmed you in, He'll break the chains, He will forgive. The story, don't forget. In grief and in glory, still great is His faithfulness. If you felt broken and betrayed, no one to trust, alone, afraid, He'll comfort you, He knows your name. You've wrestled with the ache of loss, and why this has been your road to walk, He bore your pain, He bore your to the story. Don't forget, in grief and in glory, still great is His faithfulness. He is faithful, He is present, helper, keeper. His faithfulness, perfect, sovereign, my fortress. Great is His faithfulness, Abba, Father. He's my Father, Comfort. Great is His faithfulness, Redeemer, Restorer. Again, trust in Him, hope in Him. Great is His faithfulness. Wait on Him, rest in Him. Come find your peace again. Trust in Him, hope in Him. Great is His faithfulness. Great is Thy faithfulness. Great is Thy faithfulness. Lift your hands.
1 Peter 1:3. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ. It is by his great mercy that we have been born again, because God raised Jesus Christ from the dead. Now we live with great expectation, and we have a priceless inheritance, an inheritance that is kept in heaven for you, pure and undefiled, beyond the reach of change and decay. There is a king seated among us. Let every heart receive him now. Where there is praise, he will inhabit. There will be grace and mercy all around. Unto the Lamb, honor and glory, worthy is he who overcame, buried in shame, risen in power, he is alive and the stone is rolled. Savior holds the keys. There is a name that reigns above all others. Jesus Christ, the King above all kings. It won't be long, we will behold him. Every tear he'll wipe away. We'll be at home. The war will be over. Soon we will meet our Savior face to face. And every burden will be lifted in his presence. Trophy will be laid down at his feet. There is a name that reigns above all others. Jesus Christ, the King above all kings. And all our worship will belong to you forever. Holy for all eternity. Yours is the name that reigns above all others. Jesus Christ, the King above all kings. Jesus Christ, the King above all kings. Этот царь царей пришел в Иерусалим, и Иерусалим – особый город стал для него, Иерусалим стал особым городом для нас. Запомните эту дату, апрель 13. Сейчас, во время того, как мы с вами здесь прославляем Бога, 500 иранских дронов летят в сторону Иерусалима.
Это, конечно, конец Ирану, потому что тот, кто поднимает свою голову или высокомерно свое сердце на Иерусалим, на город Божий, на город, где Христос пришел, конечно, он потерпит большой урон. Поэтому, как говорится в стихах у пророка Исаия, 60 глава, «Настроим струны, брат, или бенд сыграет. Во славу вечного царя восстань, светись, Иерусалим, пришел твой свет, сияй заря. Иерусалим, Иерусалим, ты город мира и любви. Иерусалим, Иерусалим, Господь тебя благослови. Покрыла землю тьма густая, мрак над народами разит, а над тобою воссияет Господней славы вечный щит». Я предлагаю, чтобы мы встали, мы помолились за Иерусалим, за защиту народа Израиля. И пусть это будет как раз-таки прелюдия тому, что будет играть сегодня бенд сразу после этой молитвы. Людям нужен Господь, людям нужен Бог. Он нужен нам здесь, он нужен израильтянам, он нужен Иерусалиму сейчас. Господь да защитит свой народ. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, что Ты подарил нам время прославления. И в то же самое время мы приносим на руках молитвы Израиль, Иерусалим и весь народ Твой. Мы просим Твоей защиты, мы просим Твоего вечного небесного щита над людьми Твоими. Просим Тебя, чтобы Ты защитил своей могущественной рукою, а самое главное, чтобы люди познали Тебя, пришли к Тебе, вечному Богу и Спасителю нашему. Да будет Тебе хвала, и прими ее из наших уст, струн нашей души. Прославься, вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Наш бенд продолжит играть, и мы будем именно об этом сегодня воспевать в наших сердцах. Людям нужен Бог. Иерусалиму нужна защита. Нам нужен Господь. Об этом сыграет бенд. Thank you.
Я приглашаю Сашу. Саша приготовила пение, которое называется «Don't you cry». Это песня Марии Магдалины, когда она встретила, думая садовника там в саду, а ей явился воскресший Христос. «Не унывай, душа, не унывай. Не сетуй зря и не смущайся, а лучше ты на Бога уповай, Его любовью наслаждайся». Don't you cry, Mary. Of an angel saying, "Who do you seek?" Jesus is not here, He is risen from the dead. Then I heard my master's voice, He called my name and said, "Don't you the power to save. One day He called my name and set my spirit free. I never will forget the words He said to me. Strong, I will always carry you if you want me to. Don't you cry, don't you cry. In your heart, I'll always say, let me wipe your tears away. When you feel so Наш бенд еще сыграет два произведения «Reach out to Jesus» and «We bring the sacrifice of praise». Два еще номера сыграет наш бенд, и я еще представлю одну гостью нашего вечера.
Надеюсь, что вы получили столько же удовольствия и наслаждения вашей души, сколько получил сегодня в этом музыкальном вечере и я. У нас осталось одно пение, и это будет пожелание на украинском языке для всех нас. Желаю испытать тебе блаженство, прочувствовать Спасителя душой. Он милость, Он любовь, Он совершенство, Он счастье в этой удали земной. Я приглашаю Мелани. Всегда забываю, как правильно произнести твое имя. Элани. Ты пожелаешь нам на украинском языке. Это будет последнее пение перед тем, как наш пастор коротко подведет итог этого вечера. И после этого будет наше заключительное пение со всем бендом. Так что вы оставайтесь вместе с нами после Элани. Она споет. И в заключении мы еще раз сыграем одним пением для всех вас. Приветствую всех. Без Бога наша душа счастья не найдет. Без Бога мы никто и ничто в этом мире не сможем. Хочу спеть песню на украинском языке. Куди без тебе піду, мій Боже, з тобою буду, бо без тебе щастя не знайду. Каже правди слово, в розбите серце силу дасть. Щоб я тонув в святій любові, і міг її братам подати. Щоб я тонув в святій любові, і міг її братам подати. Куди від тебе, Христос, Христос, куди піду? З тобою буду, бо без тебе ніде я щастя не знайду. З тобою буду, бо без тебе ніде я щастя не знайду. Куди від тебе, Христос, Христос, куди йти? Де зможу я навіть для себе спокій і мир душі знайти? Де зможу я навіть для себе спокій і мир душі знайти? Щоб я тону подать. З тобою буду, бо без тебе ніде я щастя не знайду. Слава Богу. Дорогие друзья, сердечно приветствую вас в этот вечер.
особым христианским приветствием «Христос воскрес!». Ведь именно об этом сегодняшний вечер и наше с вами собрание для того, чтобы на самом деле проникнуться истиной славного воскресения Иисуса Христа. Я знаю, что среди нас много верующих, но, наверное, есть и те люди, которые могут задать вопрос, а что в этом такого особенного? Почему вы так вот взволнованно говорите о воскресении нашего Господа или своего Господа и Спасителя Иисуса Христа? В чем же суть? Ведь это было более 2000 лет назад, и сегодня вы как церковь неустанно утверждаете эту истину, зная, что Христос воскрес. И я сегодня хотел бы коротко предложить нам один текст Священного Писания, который как раз скроет, наверное, все то, о чем мы с вами думаем, о чем переживаем, о чем мечтаем. Ведь на самом деле в сегодняшнее неспокойное время человеку так нужна безопасность. И не только на бумаге, и не только на словах, но именно та безопасность, которая дает уверенность прожить сегодняшний день и с радостью встретить завтрашний. Кто же это может обеспечить? Какой организм, какая организация, какое сообщество? Поэтому сегодня я хотел бы вместе с вами заглянуть в евангельскую историю, буквально по горячим следам воскресения Иисуса Христа. Я весь текст не смогу сегодня с вами пройти или даже прочитать, поэтому предложу вам сегодня дома, когда вы придете, откройте Евангелие, Новый Завет, откройте 3 и 4 главу Деяния святых апостолов. И вот буквально в этих двух главах Лука, который является врачом, рассказывает невероятную историю одного человека, одной судьбы. Лука повествует о нем, говорит, что ему было лет более 40. Среди нас есть 40-летние? Ну, может быть, нескромный вопрос, но давайте тогда к истории, просто чтобы мы увидели и трагедию, и счастье одной судьбы, которую вот мы встречаем на страницах Евангелия, то есть книга «Деяния апостолов», 3 глава. Я прочитаю сначала 10 стихов, после этого обратим внимание и попробуем увидеть этого человека с нашей человеческой точки зрения, посмотреть, что в его жизни радикального произошло и по какой причине, и о чем это говорит сегодня нам. Деяния апостолов, 3 глава. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна пред входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказал: «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа Назарея. Встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени. И, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога. И узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни. И исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. Более 40 лет он просидел у красных ворот. Мы об этом узнаем в 4 главе, практически конец главы, где скажут, что более 40 лет было этому человеку, над которым сделалось явное чудо. Интересно, что Лука подмечает, и мы знаем из Евангелия, что Лука был врачом. И каждая история, как и в Евангелии от Луки, она для него отпечатывается особым образом, потому что он хочет видеть
позитивные изменения в жизни человека. И вот перед нами хромой от рождения. Библия говорит, что он сидел у красных ворот. В английском переводе будет «beautiful gates». Они были очень высокие. Если вас интересует, это было 75 фит высотой ворота. Вот у нас потолок 24 фита. Умножьте на 3 вот это вот ворота, у которых он сидел. Но я хотел бы обратить внимание на другую сторону медали. Потому что Лука не просто подмечает его состояние, которое можно описать с трех позиций. Первое. Это был беспомощный человек. Helpless. Каждый день мы читаем, его приносили туда. Это, по сути дела, была как его работа. Он ничего сам не мог делать. Он нуждался в людях, которые бы помогли ему обеспечивать его нормальную жизнь. Его беспомощность, наверное, была очень тяжелым грузом не только для него, но и для окружающих людей. Только вдумайтесь, чтобы найти на протяжении 40 лет людей, которые будут вам помогать, по крайней мере, добраться до храма. Второе. Hopelessness. Безнадежность. Не только беспомощность и безнадежность. Утром вставая и ночью ложась. Я не знаю, о чем мог думать этот человек, но, скорее всего, он думал, сколько мне еще нужно будет прожить, сколько я еще буду влачить свое существование. И многие сегодня, современники бы сказали, ну, наверное, лучше броситься с этого все-таки храма и закончить это мучение и эту жизнь, которую ты влачишь каждый день. Hopelessness. И третье. Uselessness. Бесполезность. Какую пользу обществу вы, как человек нуждающийся, приносите? Вы знаете, жить в этом состоянии – это не только удручающе, но и чрезвычайно сложно. Поэтому, когда он сидит у ворот и вглядывается в каждого прохожего, кто же может дать? Единственное, о чем он думает, мечтает, чтобы ему дали деньги. 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 Я, забегая наперед, хочу спросить у каждого из нас. К концу месяца, когда вам нужно платить, каждый день, когда вы думаете, что положить на стол, о чем вы думаете? Ну, это так, забегая наперед. Вот проходит Петр и Иоанн рядышком и говорит, посмотри на нас. Посмотри на нас. И он ожидает, что они ему дадут милостыню, правда? Так нам говорит текст Священного Писания. И Петр и который, ну, потом будет и объяснять и первосвященникам, что произойдет, и будет объяснять и народу, что произошло, говорит, посмотри на меня. Посмотри, серебра и золота нету у меня. И логический вопрос, так что ты от меня хочешь? Просто проходи мимо. Тебе не с кем поговорить. Тебе нечего делать, тут за тобою стоят люди, которые могут что-то дать. А, кстати говоря, красные ворота, они разделяли двор язычников и женское отделение в храме. И там всегда было людно, потому что приходили туда со всех стран мира, можно сказать, на поклонение Богу. И вот здесь Петр говорит, серебра и золота нет у меня, но что есть, то могу... Но что есть, то даю. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. С этого момента я хотел бы переключить наше внимание на сегодня, на нас. Потому что сегодня, как и тогда, мир смотрит на Церковь Христову. И вопрос,
возникает следующего характера: а что вы и я можем дать? Что вы и я можем дать? На самом деле сегодня мир смотрит на церковь, и для мира церковь – это не просто единица, а церковь представляет за собой определенную и силу, и власть, и настоящее Евангелие. Но на сегодняшний день церковь настолько многогранная, разнообразна, что некоторые смотрят на церковь и говорят: поддержите нашу политическую платформу. И церковь говорит: да, 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 нам, наверное, нужно участвовать во всех процессах общества, и такие нужно участвовать. Другие говорят: нет, нет, мне нравятся ваши лозунги, ваша inclusiveness, что вы всех включаете, всех приглашаете, все разрешаете, все даете. Нам это очень импонирует и подходит. Третьи могут сказать: ну, мы вам тоже можем дать деньги, чего нет. Сегодня некоторые не брезгуют таким поворотом событий, всем нужны деньги. Рассказывают об одном богослове 13 века, Тома Аквинский. Он католический богослов, известный по своему труду «Сумма теология». И в принципе католическое богословие строится на его трудах в большинстве. И как-то рассказывает, что он зашел к папе Римскому. Когда он зашел к нему в офис, он увидел папу Римского, сидящего и считающего деньги. И говорит он Томе, говорит: ну, мы сегодня не можем уже сказать, как когда-то Петр, что серебра и золота у нас нету. Как видишь, мы у нас уже есть. Он говорит: да, но, к сожалению, не можешь и сказать: во имя Иисуса Христа встань и ходи. Интересно, правда? Так что же сегодня церковь может предложить тем, которые нуждаются? И мы, может, думаем, что нам тоже нужно повторить чудеса. Нам тоже нужно повторить знамения, которые совершали апостолы. Но если вы будете идти дальше по тексту, то вы увидите, что то, что они говорят... Давайте я прочитаю этот текст. То, что Петр говорит, потому что тот скачет возле них... Произошло чудо, и вон он говорит: мужи израильские, это 12 текст. Чему удивитесь или чему удивляетесь? И возникает вопрос: ты еще спрашиваешь, чему мы удивляемся? Возле тебя скажет человек, который вот 40 лет здесь просидел. И он говорит дальше: как будто бы мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит. И здесь Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели, и ради веры во имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление, это перед всеми вами. Он показывает, вот почему сегодня мы с вами провозглашаем воскресение Иисуса Христа, потому что это истина, Слово Господне, Бог воскресил Его из мертвых. И Петр здесь показывает, что вот именно что вы сделали, он показывает грешное человеческое сердце, которое предало, отреклось, просили освободить человека-убийца и убили, как он говорит, начальника и Творца жизни. Вот просто вдумайтесь. Мы, читая эту историю, или когда читал эту историю, думаешь о человеке, который прикован 40 лет к кровати, сидит у ворот, и нам как-то жалко, мы видим его безнадежность, бессмысленность, его беспомощность. А я хочу спросить у вас, к
тем, которые прикованы уже 40 лет к рабочему столу, сидите перед компьютером, уже на протяжении многих лет прикованы к какой-то парковке возле какого-то бизнеса. Может быть, кто-то прикован у образования или каких-то других вещах, и мы там сидим без Христа, без надежды, бессмысленно, беспомощные. И многие сегодня, вот если говорить, кто сидит у компьютера, деньги, 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 стоки, 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 поднялся, опустился. Где же я сегодня? Так чем же мы отличаемся от того человека, который сидел у красных ворот и просил милостыни, беспомощный, безнадежный и бесполезный? В чем мы усматриваем свою ценность в этом мире, если у нас нету того настоящего, что может дать Господь Бог? Когда апостол Петр обратился к народу и говорит: «Вы сделали с начальником жизни, предали, убили и заменили на разбойника». Когда он говорит о Господе Боге, он говорит: «Но Бог, Бог воскресил его из мертвых», 15 стих, «и он прославил своего сына». И вот здесь он ставит акцент на веру в Господа Иисуса Христа. И посмотрите, как интересно он подводит их к самому основному, 19 стих 3 главы. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». И 20 текст. «Да придут времена отрады от лица Господа, да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа». Эта история имеет потрясающее продолжение не только в этом человеке, которого исцелил Господь Бог, но 4 глава нам говорит о том, что когда эти слышали то, что Петр проповедует, и говорили о воскресшем Христе, написано, 5000 человек приняло Господа и Спасителя Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. 33 стих 4 главы, и мы будем заканчивать и молиться. Там был сюжет, как их призвали в Синедрион, чтобы они пояснили, что сделали. Вы можете дома эту историю прочитать и увидеть себя в этой истории. Но вот к чему я веду сегодняшний вечер? К тому, что, смотрите, вот 33 стих, то, что мы делаем сегодня, это сложное, непростое время, когда, казалось бы, вот по-человечески, ну человек должен быть каким-то мудрым уже, как-то учиться на своих ошибках, а сегодня люди обратно к войне, обратно к оружию, обратно к ненависти, обратно вот там, где враг душ человеческий безнадежно крошит людей под своими ногами. Так вот, для того, чтобы сегодня мы увидели не просто альтернативу, а настоящую жизнь, нам нужен Господь Иисус Христос. Послушайте результаты этой истории. 33 стих 4 главы Деяния святых апостолов. Написано так: «Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их». Вот вам и полнота жизни. Вот вам и настоящий смысл жизни. Поэтому сегодня хочу обратиться ко всем нам. Может быть, кто-то сегодня классно выглядит. Внешне вы презентабельны, у вас хорошая работа. У вас может быть неплохая семья. Но когда вы остаетесь сами с собой, вы не просто чувствуете, вы понимаете свою беспомощность. Вы понимаете, что вы безнадежны. И в принципе большой погоды может казаться в этом социальном обществе, в котором мы живем, вы ничего и не делаете. Как тот молодой человек, которому было за 40, он просто был бесполезным. Идите к Христу. Христу, которого Бог воскресил из мертвых. Тот, который дает надежду, тот, который прощает грехи, тот, который
преображает жизнь, тот, который дает настоящую жизнь. Поэтому сегодня, как Церковь Иисуса Христа, истинная Церковь, мы не даем ни денег, ни золота, ни серебра, но зовем людей Господу и Спасителю Иисусу Христу, который хочет, может и способен изменить падшее человеческое сердце для своей славы. Да благословит вас Господь. Давайте мы помолимся и прославим Господа в молитве. Отец Небесный, благодарим за Сына Твоего Иисуса Христа. Благодарим за благословение Слова Твоего, которое сегодня напоминает нам о Твоей великой любви, что Ты так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел вечную жизнь. Утверди, Господь, сегодня уставших. Призови, Господь, сегодня к себе тех, которые безнадежно барахтаются в своей жизни, в грехах своих, которые беспомощны, которые бесполезны. Господи, помоги увидеть в Иисусе Христе единственную надежду, и как Ты в Своем Слове учишь нас, что нету другого имени, данного человеком, через которого человек мог бы спастись, только через Иисуса Христа. Открой эту истину каждому и помоги каждому из нас утвердиться в этой истине, держаться в этой истине, быть благодарными за Сына Твоего Иисуса Христа, который призвал нас из тьмы, который дал нам и будущее, и настоящее, который дает нам настоящую надежду и настоящую жизнь. Тебе слава, Тебе хвала, честь и поклонение воскресшему и вновь грядущему Иисусу Христу. Аминь. Заключительная игра нашего бэнда, вы можете садиться, и я, наверное, подведу такой итог вот следующими четверостишами. Кстати, все стихи, которые сегодня я читал, это из сборника книга Виктора Мураль-Сикорского. И вот так вот в этот такой же дождливый вечер и музыка звучала, и хорошо вы сделали, что все оставшие пришли. Закончим на таком четверостише. «Люблю я слушать музыку дождя». Так хорошо по мокрым нотам, душою легкую, Творцу молясь, взлетать к заоблачным высотам. Прошедшего ни капельки не жаль, то, что ушло, к чему тревожить? Смывает дождь тревог моих печаль, и мир, покой на сердце ложит. Мы вам желаем мира, и это заключительное пение пусть ляжет на струны вашей души миром и благословением. Мы вам желаем мира. После этого пения мы приглашаем вас остаться, пообщаться. У нас для вас есть чай, кофе, и мы продолжим это общение. Заключительное пение от наших музыкантов. И мы благодарим вас за то, что вы сегодня были с нами. Thank you.
вам желаю мира и Божьего благословения. Не спешите расходиться, у нас для вас есть угощение. Продолжаем общаться. Да благословит вас Господь. Мир вам. My name is Regret.